Александрович, вот такой вопрос. Известно, несколько месяцев тому назад президент одобрил, поддержал и, в общем, подписал определенные распоряжения о том, чтобы ввести ГТО, систему ГТО, готов к труду, быстрее, выше, сильнее. Великолепный лозунг Олимпийского комитета, который и вы возглавляете, все замечательно. Но теперь на повестке дня уже 21 век, и умнее становится актуально. Такой вопрос предложения соображения. А почему бы в нормативы ГТО не ввести шахматы? Я вообще за то, чтобы шахматы включить в школьную программу. У нас, как известно, в некоторых регионах шахматы входят в школьную программу, и дети намного лучше учатся. Поэтому я эту идею поддерживаю всячески. И тогда еще в развитии. Ведь я думаю, что мы умные люди, но наверху еще умнее. И мне, я подозреваю, что введение Сергея Шойгу, министра обороны, в состав наблюдательного совета, это и есть шаг к тому, чтобы шахматы ввести в государственные нормы ГТО. Я прав? Ну и в армию тоже, да. Я считаю, надо вводить обязательно. И, может быть, и звание очередное присваивать в зависимости от того, что играешь ли ты в шахматы? Ну, это может быть чересчур, но я думаю, что армейские шахматы всегда были очень сильные, надо их Александр поддерживать. Ильич, ну тогда, извините, вы поддержите нас? Поддержу. Вот в этом, да? Поддержу. Спасибо.